Про економічні перспективи України в наступному році ми говорили цього тижня з економічним аналітиком Данилом Моніним. Даниил, вітаю вас в нашому ефірі напередодні новорічних свят. Знаєте, всі готуються, всі намагаються зрозуміти, до чого готуватися, скажімо так. Ваші прогнози, давайте почнемо навіть не з прогнозів, а з того, з чим ми прийшли до нового року. На ваш погляд, взагалі, що залишилось від економіки України за ось ці два роки війни? З чим ми входимо в 24-й рік? Доброго дня. Я думаю, что не нужно сейчас пока что так сгущать краски, что у нас только осталось и тому подобное. В принципе, экономика Украины пытается выживать в существующих условиях. Она делает это лучше, чем все прогнозы. По моей оценке, украинская экономика в 2023 году вырастет порядка 6% итого, что, в принципе, лучше всех прогнозов, которые были раньше. И более того, у нас инфляция в государстве сейчас упала до 5%, и, в принципе, где-то 5-6% будет находиться на уровне до середины 2024 года. То есть, и, соответственно, по вот этим двум показателям, в принципе, мы выглядим сейчас неплохо. В то же время, конечно, все-таки закрытие зернового коридора и плюс еще блокировка границ на Польше, у Польши, она, конечно, делает перспективы 2024 года более плохими, чем это, скажем так, ожидалось первично. Потому что я считаю, что где-то примерно с августа-сентября у нас немножко пошел отрицательный тренд, в первую очередь связанные с закрытием зернового коридора, то есть у нас начали уменьшаться международные резервы, да, хотя они, конечно, сейчас до сих пор 39 миллиардов долларов, в принципе, это достаточно много, но все-таки они упали от 41 миллиарда долларов, то есть мы, в принципе, сейчас уже начинаем тратить резервы, курс у нас, в принципе, уже отпущен, и, как мы видим, он тоже уже подходит к отметке 37. И хотя это тоже, в принципе, лучше моих ожиданий, все-таки 23-й год, нужно сказать, что мы закрываем неплохо. Потому что, как вы видите, у нас есть электричество, у нас есть тепло в домах. И, соответственно, это, в принципе, более уверенно мы ощущаем. Ну и экономика, в принципе, в какой-то степени пытается все-таки каким-то образом выживать в текущих условиях, и это у ней, в принципе, в какой-то степени удается даже лучше, чем предварительно ожидалось. Скажіть, будь ласка, я не зрозуміла, а за рахунок чого буде зростання на 6% про те, що ви сказали? Ну, я думаю, что это в первую очередь, в принципе, просто эффект отката, когда экономика упала на 29% в прошлом году, то вырасти на 6% – это фактически откатиться от дна, будем считать так. Поэтому это, скажем так, стабилизация, либо же вот особенно во втором квартале, когда вообще экономика практически не работала в прошлом году, а в этом году она уже, в принципе, в какой-то степени работала. То есть урожай у нас был в этом году хороший, лучше, чем ожидалось. И поэтому в целом плюс электрика у нас все время сейчас есть. И это, в принципе, дает некие плюсы, что экономика все-таки выше по уровню, чем была в прошлом году. Хотя, конечно, это сказать, что это какой-то переход к росту, я бы не сказал. Это просто откат, скажем так, от самого дна. Зрозуміло. Даниле, скажіть, будь ласка, що стосується військових витрат, бо це саме така основна зараз стаття нашої економіки. Ми при минулих наших зустрічах ми говорили, що по більшості саме ці витрати і є важкими для фінансування. Зараз, коли ми ще не розуміємо, що буде з зовнішнім фінансуванням, що буде з допомогою від ЄС, від Штатів, дай Боже, щоб ця проблема вирішилася, чи будуть в нас гроші на те, щоб воювати, на те, щоб будувати оборонні споруди, ось на це, щодо безпеки. Давайте почнемо з неї.
Давайте сначала немножко по 2023 году. В принципе, 2023 год мы закрываем. В текущий момент легко. То есть деньги у нас на то, чтобы закрыть 2023 год, есть и профинансировать все расходы. Общие расходы, по моей оценке, на безопасность в 2023 году составят 38% ВВП. Это рекорд, потому что в прошлом году у нас они составили около 31% ВВП. В этом году, поскольку мы вели войну весь год, это 38%. Но, в принципе, нам покрыли часть этих расходов за счет грантов, это порядка 7% ВВП грантов, и за счет так называемой военной поддержки, то есть передачи техники украинскому бюджету как бы бесплатно, это порядка 10% ВВП. Поэтому мы этот год, в принципе, закрываем нормально. Что касается действительно 2024 года, есть большая неопределенность с финансированием, и действительно вот американский бюджет, Конгресс ушел на каникулы, так и не предоставив какую-то определенность с точки зрения поддержки Украины. Вже сьогодні, я перерву вас, вже сьогодні з'явилася інформація, що вони залишаються на наступний тиждень і буде таки вирішувати. Так, ось вона буквально свіженька, от тільки-тільки-тільки з'явилася. Так що шанс у нас є. Може бути, дійсно шанс є. Ну, в будь-якому випадку, смотрите, бюджет 2024 года составлен так, чтобы мы финансировали за свой счет войну весь 2024 год. В это заложены все зарплаты, чтобы мы финансировали всех своих военных зарплаты на целый год. И также частично производство собственного военного, скажем так, снарядов, там еще какие-то ремонты и тому подобное, что мы сможем, скажем. И отдельно еще на дроны выделено порядка там около 50 миллиардов гривен. То есть, в принципе, деньги есть, естественно, дефицит очень большой. Дефицит аж 20% ВВП, и нам действительно его надо покрывать. Но если у нас денег не будет, то, в принципе, мы можем перейти на режим начала войны. А в начале войны у нас не было ни, скажем так, военной поддержки Запада, ни денег. И мы, в принципе, вели войну за счет просто печати денег. И, соответственно, в принципе, если нам такое не предоставят, то мы, в принципе, тоже можем перейти на режим, когда просто Национальный банк будет давать напрямую деньги в бюджет, и, соответственно, фактически это печать денег, и, соответственно, таким образом финансировать свои потребности, закрывать дырку, скажем так, в дефиците бюджета через печать денег. Естественно, это повлияет на инфляционные процессы и, скорее всего, девальвация. Ну, не скорее всего, а точно будет девальвация. Но надо же выживать, и поэтому мы будем использовать любые способы, каким образом выжить. Но я все-таки надеюсь, что ЕС и США нам таки предоставят помощь, и, соответственно, это сгладит эти процессы. Тобто говорити про те, що наступного року рухне гривня, що підскочить долар, що буде якийсь активний інфляційний процес, ми про це говорити не будемо. Ну, чому? Ні, ми можемо якраз об этом говорити. На самом деле, я считаю, що в следующем году є два сценарії. Тобто перший – це коли нам оставляють підтримку грантову США і кредитну там, з ЄС і інших якихось країн. Тогда действительно мы можем говорить, что курс, скажем, тот заложенный в бюджете там 47 средний, он вполне реален на следующий год. И инфляция, в принципе, до 10%. Ну, как я сказал, что, в принципе, если нам дадут деньги, то у нас, в общем-то, инфляция до 7, даже до 6% будет до середины года, а потом в конце года, скорее всего, возрастет. Но если же мы не получаем, у нас очень большой торговый дефицит, он в 2023 году составит 37 миллиардов долларов. И, соответственно, вот этот торговый дефицит просто нас сразу же будет гнать в девальвацию, если мы не будем закрывать финансовую помощь. С другой стороны, это есть некий шанс Украине перестроить, наконец, свою политику на военные рельсы. То есть начать производство, простите, патронов, снарядов, и мин там и тому подобное, что в принципе позволит и чувствовать вне зависимости от западных партнеров
лучше. Конечно, это будет, будет, скажем так, потребует неких там проблемных вещей, связанных там с девальвацией, инфляцией и так далее, но она в любом случае неизбежна. Просто финансовая помощь нам откладывает эти процессы, и все. Потому что выровнять платежный баланс нам в любом случае придется, и это, скорее всего, будет девальвация, только в дальнейшем она будет еще более жесткой, если мы только будем ходить как бы и молиться на Запад, скажем так. Более того, мы таким образом у нас очень сильно будет расти государственный долг. Он и так у нас уже 82% ВВП, будет 100% ВВП. И, соответственно, нам очень будет тяжело отдавать долги. И поэтому ситуация, конечно, будет не очень. Но я думаю, что все-таки будет некий средний вариант, когда и мы что-то постараемся улучшить, скажем так, в военном плане и запуститься в военную экономику. И все-таки Запад нам тоже что-то выдаст, і буде некий середній варіант. Ось якраз щодо боргів, про які ви згадали, хочу процитувати саме ваш пост ФБ, нещодавно ви писали, щодо ставки кредиту МВФ 8,5% річних. Якщо мова оригінала, так, можна поздравити Рашкована Марченка і других з підписанням самої вигідної в кавичках в історії МВФ зділки. Рента МВФ по кредиту тепер уже не 7% годових, а 8,5%. З такими колаборантами нам і врагов не треба. Прокоментуйте, будь ласка, про що саме мова. К сожалению, МВФ, когда вот подписал 12 или там 11 или 12 декабря, в принципе, меморандум, вторую часть подписали, и нам выдали кредит 900 миллионов примерно долларов. Это последний, который планировался в 2023 году. МВФ подготовил в английской версии 200-страничный документ, где у него есть расчеты и таблицы по будущему, скажем так, Украины. В том числе есть расчеты, связанные с обслуживанием долга МВФ по текущим выданным ранее кредитам и тем, которые будут выданы. И, к сожалению, если посмотреть те суммы, которые мы должны будем отдавать МВФ по телу кредита, а по факту вот он выдаст нам 15 миллиардов тела, за эту программу должен выдать, а обратно заберет 12. Но плюс он еще заберет нам процентами, скорее всего, несколько миллиардов, потому что у нас только в 2024 году обслуживание процентов по МВФ будет уже около 800 миллиардов, миллионов долларов. А в 2025-2026 эта сумма превысит 1 миллиард, и где-то будет примерно мы должны платить 1,3 миллиарда долларов только процентов МВФ. Именно из-за этого я, в принципе, увидел, что такая действительно огромная ставка, то есть которая просто несоразмерна с тем ситуацией, как это, что нам, собственно, нужно. Потому что если ЕС нам дает под 0, там правительство дают под 0,2%, США дает вообще гранты, безвозмездную помощь, то получать по 8,5% ставки от МВФ и еще требовать выполнения огромнейшего количества условий, в том числе и повышения налогов, для меня, я считаю, что это очень негативно, и это очень вредит, в принципе, как экономике Украины, так и будущему с точки зрения обслуживания, в принципе, долгов. Ось ви згадали зараз про те, що МВФ потребує підвищення податків і все інше. А щодо бізнесу українського, в якому стані буде знаходитися він наступного року? Що прорахувати йому? Бо якраз податкові перевірки почалися нещодавно. Чого чекати? Бо, по-перше, ви сказали, що ми самі повинні покривати статті розходи саме військові, а вони самі великі. Звідки гроші? Во-первых, собственно, економіка не зможе це делать в любом случае, поскольку если у тебя госрасходы 73% ВВП, никакими налоговыми поступлениями это невозможно в принципе сделать. Это слишком большая нагрузка военная, скажем так. Поэтому
что ждать? В принципе, то, что сейчас прописано в меморандуме с МВФ, первое, это вот, скорее всего, в конце декабря Кабмин примет национальную стратегию доходов, и мы, в принципе, тогда поймем, что, собственно, это значит. Но я, в принципе, посмотрел прогнозы по налогам, скажем, налоговым доходам, которые есть у МВФ на следующие года. Я могу сказать так, что по сравнению с первой версией меморандума 31.03, когда был подписан только меморандум, уже улучшение есть. То есть уже МВФ с нашим Минфином отказались от поднятия налогов на труд, ну, по крайней мере, там не видно, собственно, увеличение налоговых поступлений от труд. Но, в принципе, есть, до сих пор присутствует повышение доходов от НДС, и я считаю, что это, они должны повысить ставку до 24%. Также повышение налогов на акцизы, скорее всего, это топливо и сигареты, продолжится опять повышение. И также есть повышение налогов на мыто, то есть эти пошлины, в принципе. И вот этого, скорее всего, следует ждать. Также, в принципе, из неприятного к июлю 2024 года, это структурный новый маяк МВФ, мы должны, Украина обязалась подготовить некие положения по, скажем так, сокращению или минимизации упрощенной системы. То есть в данном случае пока непонятно, что от этого ждать, но в принципе там по расшифровкам, скорее всего, они будут как-то приравнивать работу ФОПов с трудовыми отношениями и будут каким-то образом это минимизировать. Как это будет, в чем это будет выливаться, пока непонятно. Я думаю, что стоит смотреть просто уже законопроекты, которые будут поданы в 2024 году, и тогда уже делать вывод. Пока что, ну, просто нужно констатировать, что увеличение налоговой нагрузки на экономику, в принципе, будет продолжено. И, ну, а проверки, как вы только что сказали, что действительно они будут запущены, и это, в принципе, тоже негативный вариант, когда, ну, людей даже не отпускают во время войны. Поэтому я считаю, что Украина будет выживать на теневой экономике, достаточно серьезно выживать, потому что это единственный такой способ, где ты можешь каким-то образом получить хоть какой-то там жирок или хоть как-то выжить без, скажем, ну и плюс это позволяет в некой степени там уйти от всех этих проверок, которые ну, на нас обрушатся, скажем так, в 2024 году. Примерно такі ожидання. Так, песимістично доволі. Ну, дивіться, через те, що ви сказали, виходить, що підвищення акцизів, тобто це гарантує підвищення цін на паливо, підвищення, можливо, цін на продуктові товари. А щодо комуналки, бо ваші колеги також прогнозують, що майже, можливо, навіть в січні місяці можуть піти підвищення цін на газ, тобто на опалення, на світло. Чи буде? Ну, смотрите, во-первых, на электричество ж подняли на 60 там чем-то процентов, это было в июне, по-моему, этого зараз года. Зараз ще буде наступне підвищення вже. Що касається других, пока що, наприклад, даже по тому, що написано в отчеті МВФ, пока я не вижу, що вони планують це зроблено, поскольку даже МВФ видит, що положення домохозяйств слишком плохое. И, соответственно, сейчас поднимать тарифы на, ну, там, отопление и так далее, пока что, мне кажется, что они не будут, поскольку понимают, что это может привести к плохим последствиям в целом для граждан Украины. Ну, поэтому я думаю, что это будет отложено на уже послевоенный период, скорее всего. Поэтому я не думаю, что вот там с января и тому подобное есть вообще смысл ждать именно такой. Я думаю, что мы как раз зиму в этом смысле пройдем, ну, лучше. В общем-то, она уже и так видно, что мы ее проходим лучше, чем в прошлом году. Я думаю, что, в принципе, такой тренд, в общем-то, вполне может сохраниться, поскольку, как мы видим, что даже баллистические ракеты мы сбиваем там 10 из 10, и, соответственно,
все-таки сейчас наше ПВО гораздо лучше может прикрыть объекты критической инфраструктуры, чем в прошлом году. Поэтому я думаю, что в этом смысле пока что ничего такого не будет предусмотрено. Ну, по крайней мере, я так для себя пока такие планы вижу. Скажи, будь ласка, а щодо доходів громадян і домогосподарств, наскільки вони змінилися за останній рік і яка тенденція наступного? Тобто ми зовсім бідні чи зовсім-зовсім бідні? Ну, на самом деле, немножко рост зарплат в 2023 году был. Вообще, как бы официально доходы, считается, повысились где-то примерно на 15-20%. Но в целом они, скорее всего, неравномерно повысились. В любом случае, некое немножко восстановление было. Другой вопрос, будет ли оно поддержано в следующем году. То есть я пока что сильно сомневаюсь, если честно, потому что, с одной стороны, предприятия под прессом, и им пытаются еще навязать увеличенную налоговую нагрузку. Бюджет, в принципе, поскольку без финансирования, он, естественно, не будет особо увеличивать тоже расходы свои с точки зрения зарплат. И поэтому я думаю, что на следующий год вряд ли стоит ожидать какое-то поднятие. С другой стороны, на пенсии, например, в бюджете 2024 года предусмотрено повышение примерно на 15%. Поэтому мне кажется, что пенсионеры в этом смысле больше всех, возможно, даже выиграют по сравнению с работающими, скажем так. Поэтому, то есть, будем считать, что так, власть больше немножко пытается поддержать уровень самого низкого, скажем так, тех, кто на грани выживания, и именно на них больше, акцент сделать. Простите, 2 года войны, поэтому нам приходится выживать как можем, я же поэтому и не нормально ставлюсь в этом смысле к теневой экономике, потому что это тоже способ, в принципе, каким-то образом выживать в текущих условиях и генерить некий свой доход, на который ты можешь потратить на свои повседневные нужды, оставаясь, скажем так, в Украине, а не выезжая за границу, ища, скажем так, лучше в других странах. Данило, скажи, будь ласка, а які основні ризики для української економіки ви бачите на наступний рік? Я вважаю, що основний ризик – це, я не думаю, що воєнний, що є воєнний ризик великий. Да, у нас, звісно, якщо ми залишимося повністю без фінансування, есть теоретически там военный рызик, что начнут опять. Но мне кажется, что наши все-таки сумеют удержать линию фронта. В России, мне кажется, они там уже тоже сильно, у них потенциал, скажем так, упал. И хоть они, конечно, на военные рельсы российскую экономику перевели, но все-таки, мне кажется, что у них настроение тоже не сильно там идти вперед, там до победного и тому подобное. Скорее они больше удержать текущую линию больше склонны, чем там идти вперед. Поэтому мне кажется, что каких-то больших потерь территории вряд ли можно ожидать. Но с точки зрения, скажем, рисков девальвации и инфляции, это действительно риск большой есть, если мы не получим финансирование. То есть наверное, самый такой, наверное, большой риск. Причем, если нам вообще не дадут денег, не то, что совсем не дадут денег, что МВФ нам вроде как дает, да, и планирует давать, да, например, там еще какие-то тоже что-то будет давать, но в целом, и плюс резервы у нас есть, мы можем немножко их тратить, но в целом, при негативном сценарии мы можем иметь курс гривны и 50. Если нам действительно не дадут где-то 20-25 миллиардов долларов, которые сейчас, в принципе, пытаются каким-то образом, Зеленский тоже ездил и так далее, с Европа нас профинансировать именно наши расходы.
и в том числе закрыть нашу дырку в платежном балансе, в торговом, скажем так, балансе, который у нас глубоко отрицательный. Ну і на останнє я хочу попросити вас дати поради, скажімо так, нашим глядачам. До чого, ну скажімо так, до чого готуватись, тобто куди вкладати гроші, де їх саме тримати, знаєте, під матрацом чи в доларах, чи в євро краще, бо така турбулентність в світовій економіці, знаєте, ми також спостерігаємо, чи може вкладати в нерухомість, якщо вони в кого залишилися такі великі гроші. Что вы порадите как эксперт? Ну, я считаю, что сейчас есть две самые лучшие возможности. В первую очередь, это просто доллар, такой стабильный вариант, скажем так, да. Второй, как ни странно, я бы порекомендовал биткоин или криптовалюты какие-то другие. Несмотря на то, что они уже достаточно выросли, есть вероятность того, что в 2024 году, а что оно еще вырастет. И, соответственно, в принципе, это, кстати, ну, по крайней мере, те, кто раньше вкладывал в 2023 году в криптовалюту, они, в принципе, могут поднять некие активы. Ну, и это, в принципе, тоже будет подушкой безопасности для украинцев, в том числе, потому что сейчас все-таки уже, ну, там, криптовалюты уже достаточно поднялись, а биткоин, в общем-то, практически за год плюс там, 250% практически поднял. Поэтому, но все равно, в принципе, рост возможен тоже в 2024 году этих активов. Что касается недвижимости, мне кажется, что пока что рановато в недвижимость вкладывать, только по причине того, что я ожидаю после войны, скорее всего, еще один виток девальвации, и тогда... скорее всего, и плюс еще будет понятно, сколько у нас вообще людей останется. Вы же поймите, что если у нас 5-7 миллионов человек мы потеряем, то часть недвижимости будет выставлена просто на продажу или на аренду. И, соответственно, понятное дело, что в крупных городах типа Одессы, например, там Киева, там Днепра, возможно, Львова, там просадки особой, возможно, так не будет, поскольку туда переехали как бы люди, да, или они концентрируются в крупных городах. Но все равно я считаю, что с девальвацией, в общем-то, скорее всего, будет просадка в долларовом отношении недвижимости. Соответственно, скорее всего, после войны, после какой-то просадки, тогда можно будет, в принципе, задумываться по перекладыванию, скажем так, денег, накопленных там в долларах или там в криптовалютах, в недвижимость. Вот тогда, мне кажется, будет более... лучший момент. Сейчас я бы, наверное, не рекомендовал бы, потому что мне кажется, что сейчас еще цены у нас до сих пор высоки. Ну, мне кажется, что они неадекватно высоки текущей ситуации, той, которая сейчас складывается, скажем так, в экономике Украины, или то, что нас ждет, если у нас, конечно, не будет там какого-то бума по плану Маршалла, но пока что, но судя по тому, как все смотрят, уже мало кто верит, что это произойдет. Ну, посмотрим. На самом деле, мало ли, как ситуация развернется, поэтому будем надеяться, на самом деле, на лучшее. Будемо залишатися оптимістами, як ми намагалися майже цілий рік. Данило, я дуже дякую, що знайшли для нас час за ваші, ну, такі більш-менш оптимістичні прогнози, і до нових зустрічей в новому році.